Близ площади коммуны, на одной из тихих московских улиц, находится соборная мечеть. 2 июня 1954 года сюда собрались жители города мусульмане на празднование Айдель Рамазана. С проповедью вас к прихожанам обратился хаджи имам Хатыб Исмаил ибни Минни Али. Поздравив собравшихся с праздником и пожелав всем счастья и Божьей милости, он призвал прихожан строго соблюдать заповеди Корана. Совершайте свои дела всюду и везде, соблюдая справедливость и правду. Не отступайте от этого аята. Родители, прежде всего дайте хорошее воспитание своим детям. Учите их ремеслу, чтобы они могли хорошо трудиться. Живите в мире со своими родственниками, живите в мире со своими соседями. Не смотрите с недоверием на людей другой нации, ибо в противном случае будете лишены мирских благ. С такой же проповедью имам Хатыб выступил перед собравшимися на дворе перед мечетью. Аллах Акбар. Аллах Акбар. Аллах Акбар. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. На следующий день в мечети состоялось молитвенное собрание для женщин. Ислам создан для мира и покоя. Пусть же не будет кровопролития на земле во всем мире. Пусть не будет вдов и сирот. Отдадим все наши силы делу предотвращения войны. Так велит Ислам. В своей проповеди имам Хатыб выразил уверенность в победе сил мира над силами войны.